Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгения Ли, и сегодня я буду вашим гидом по сумкам. Да? То есть вы у нас уже были? Какая неожиданность. А что вы приобретали у нас? Бижутерию. Отлично. Вы остались довольны покупками? Угу. Замечательно. Очень приятно слышать положительные отзывы о нашей деятельности. Ну что же, может быть, вы хотите водички? Да? Хорошо. Как вы добрались к нам? Без пробок? Хорошо. Так, вот ваша водичка. Ну что ж, я думаю, что мы можем начать. Скажите, я не ошибаюсь, кажется, вы говорили о том, что хотите сумки классического типа, такие сумки, которые соответствовали бы деловому стилю одежды, да? Хорошо. Скажите, а я не ошибаюсь, если мне кажется, что вы говорили мне о маленьких дамских сумочках, клатчах для вечернего наряда? Хорошо. И насколько я поняла, ваш вечерний наряд темного цвета, классический черный. Хорошо. Ну что же, можно приступить непосредственно к просмотру. Так, я думаю, начнем с приятного, с маленьких дамских сумочек. Значит, классический черный хорош тем, что это этот цвет всегда в моде. Как в одежде, так и для аксессуаров. Значит, я в руках держу черный клатч. Как вы видите, он небольшой, имеет такую трапециевидную форму. Так вот он выглядит спереди. Угу. И как сзади. Просто без излишеств. Как и во всех сумочках, внутри есть цепочка. Я вам покажу, чтобы перекидывать сумочку через плечико. Но я не знаю, это дело вкуса каждого. Зависит от вкуса. Внутри два кармашка. Один большой основной и один маленький. И также цепочка, про которую я вам говорила. Она уже прикреплена к основным крючкам вот здесь. Вы можете отцепить эту цепь и ходить без нее, конечно же. Все достаточно очень просто и легко. Сумочка хорошо закрывается. Извините, что так громко. Также открывается. Просто легко. Знаете, я бы посоветовала вам все-таки выбрать этот клатч, потому что он будет подходить ко многим платьям и не раз вас выручит в ситуациях, когда нужно одеваться более торжественно, чем днем, к примеру. Следующий клатч отличается яркостью. Выглядит он вот так. У него поверхность, текстура, как вы слышите, чешуйчатая, похожа на кожу змеи. И цвет, я думаю, такой же. Вообще это модно, всегда было модно иметь какую-то деталь гардероба, которая ассоциировалась бы с каким-либо животным.
Что касается застежечки, она выглядит как маленькая пуговка, которую можно просто открыть или закрыть. У этой сумочки, у этого клатча также есть цепочка, чтобы перекидывать через плечико. Так, где она тут? Позолоченная. Впрочем, как и основание клатча. Если честно, я ни разу не видела, чтобы клатчи перекидывали через плечо. Поэтому чаще всего встречалось, когда клатч держали просто в руках на цепи. Лично я предпочитаю ходить без цепи, снять ее и держать клатчик в руках. Ну, это более традиционный способ, более традиционный метод держать по себе таким образом. Здесь у нас также один главный отдел и один маленький кармашек. Эта сумка подойдет, скорее всего, к однотонному наряду, наряду, на котором нет принтов, всевозможных лишних украшений. Поэтому, в отличие от предыдущего клатча, здесь нужно, конечно же, присматриваться к одежде, чтобы сумочка подходила к вашему костюму, к вашему стилю, имиджу на вечер. Хороший клатч. Так, ну что ж, я думаю, что с дамскими сумочками вы решите потом сами, что выберете, а я перейду к другим. Следующая сумка отвечает всем требованиям классики и также вашему удобству. Во-первых, сумка очень шита из очень качественного материала. Это телячья кожа. Каждый шов здесь прошит. Поэтому эта сумка прослужит вам достаточно долгое время. Также я хотела бы вам рассказать о ее внешнем виде. Сумка, как вы видите, немного поблескивает. Это говорит о том, что она для вечера, для вечернего выхода. Вы можете взять ее с собой в ресторан, на вечеринку, даже на деловую встречу, она будет к месту. При этом вы всегда будете знать, что у вас все есть под рукой в этой самой сумочке, начиная от ключиков, заканчивая капроновыми колготками. Поэтому я думаю, что эта сумочка просто не может оставить вас равнодушным. Я вам покажу внутри. Она действительно достаточно вместительная. Вы уже не будете беспокоиться, что в клатч вы не смогли положить что-то важное. А здесь все есть. Не то, но и нет. Женская сумочка. Значит, здесь основной один карман и придаточный маленький кармашек для всевозможных мелочей. Очень хорошая сумка, я могу дать вам потрогать. Действительно, шито из замечательного материала, настоящая кожа. Что там вам нравится? Отлично. Так, тут у меня есть замочек. Все качественное, все добротное. И можете быть уверены, что такая сумка – это редкость. В смысле, не каждая девушка, не каждая третья, не каждая пятая будет с ней где-то появляться. Поэтому
достаточно дорогая, но, поверьте, цена соответствует качеству, удобству. Ну, выбирайте вам, я всего лишь предлагаю. Хорошо. Так, ну что ж, перейду к четвертой сумке. Это сумка уже для более повседневного образа. Почтальонки, о которых вы меня спрашивали, я нашла парочку для вас. Одна из них черная. Выглядит вот так, смотрите, на замочке. Кстати, есть кармашек для удобства. Я тоже думаю, что здесь для мелочей. Сумка от TJ Collection. Сумка, как и предыдущая, просто восхитительная с точки зрения женщины. Сумка, сшитая из натуральной настоящей кожи. Вы можете это легко проверить, если потрете пальчиком по поверхности. Как только поверхность начнет разогреваться, если это быстро будет происходить, к примеру, через 3 протера, то значит, что кожа настоящая. Если нет, то она искусственная. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратным, очень чувствительным, чтобы понять, настоящая ли кожа или нет. Ну, пример я вам рассказала. Да. Так можно проверить. Так, открою сумочку вам, почтальонку, покажу. Здесь два отдела. Вот и вот здесь. Также есть внутренний карман. Он является как бы перегородкой на замочке. Я думаю, это для чего-то такого, для таких вещей, которые нужно просто скрыть, для женских штучек. А в первом отделе есть маленькие кармашки для всевозможных мелочей, ну, для пудреницы, для сотовых телефонов, ключиков, для тех вещей, которые легко теряются и трудно найти в основных карманах. Также, кстати, есть еще один кармашек, также для мелочей. Я думаю, что это очень удобно, когда карманов много, можно все расфасовать по полочкам и уже не переживать, что где-то что-то вывалится, потеряется, спутается. Сумки, вот эта часть, которая ее закрывает, она может выглядеть вот так, то есть треугольник. А можно отстегнуть края, так, вот так, и застегнуть уже в таком виде. Оставите эту часть сумочки прямоугольником. Все зависит также от вашего желания. Сейчас я закрою. Что такие сумки можно носить, к примеру, с джинсами, с облегающими брюками. Это будет смотреться молодежно, очень модно и стильно, тем более сумка, сделанная из кожи, ну просто подразумевает за собой благополучие, благосостояние обладательницы. Но в основном все сумки, которые я вам показывала, они качественные, как вы понимаете. Тем более вы сами просили, чтобы я сумки подобрала вам, сделанные из кожи. Потом, сумки отвечают требованиям. Последняя сумка на сегодня. Сумка от Dolce & Gabbana, настоящая. Благородного серого цвета. Натуральная кожа, все сшито добросовестно и настолько плотно, что, ну, действительно, в качестве и годности сомневаться не стоит. Сумка достаточно креативная, я нахожу ее таковой. Во-первых, вы можете заметить сразу же замочек сумки. Выглядит как проем от настоящего дверного замка. Также с
сумке есть маленький аксессуар. Сбоку ключик. Забавная деталь вещицы этой сумочки. Она привлекает внимание, говорит о креативности. У меня эта сумка вызывает восторг. У сумочки внутри один главный отдел и один маленький для мелочей. Вы знаете, эту сумку, я думала, все-таки можно одевать с каким-либо платьем дневным, с каблучками. Она такая молодежная, вроде бы не кричащая, но достаточно не кричащая, но она достаточно креативная, поэтому вызывает интерес. Что касается ремешка нашей почтальонки, он наполовину состоит из цепи и из ленточки кожи. Нет, не переживайте. Эта цепь, она не будет касаться вашего плеча, она будет просто свисать, как половина пояса, и все. А на плечо, касаться плеча будет ленточка кожи, это не будет вам приносить дискомфорт, я вас уверяю. Ой, извините, что громко, всевозможные железные детали стучат по столу. И, кстати, сумочка выглядит вот таким вот образом. Все достаточно хорошо, качественно сшито, не видно никаких швов, и я думаю, что вы останетесь довольны этой сумочкой. Ну и сзади, конечно же, надпись краткая «Бренд.бай». Да? Хорошо. Вот она мне тоже нравится, эта сумочка. Почитай. Ну что же, на этом я показала вам все сумочки. Я думаю, что теперь вы можете определиться, что стоит вам взять, а что нет. В любом случае, я была рада вас видеть. Да, чтобы приобрести сумки, вам нужно будет пройти на кассу и заполнить один маленький бланк. Заполните его и принесите мне, а я вам упакую все, что вы мне покажете. Хорошо? Спасибо, мне было очень.